На портале mallcenter.ru начался прием заявлений на осенние каникулы в детский центр «Снежинка» на юге Тюменской области. Срок заезда с 3 по 9 ноября. Документы на бронирование места в лагере можно подать в электронном виде. Как только заявка отправляется на рассмотрение, место в лагере бронируется за ребенком. В течение 7 рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки. Добавлю, что для выезда ребенка необходимы прививки. Консультацию можно получить в отделе молодежной политики нашего города по телефону 21 7 63.